Всім добрий ранок. Сьогодні привет останній цього сезону від черкаського клубу «Двохсотка». Вона незвичайна, вона ювілейна, сторіччя від початку приветів. На старт зареєструвалося більше ніж 50 учасників, що є рекордом для клубу наймі черкаського. Побачимо, що з того вийде. О, скільки нас. Друге футбол, я вже не пам'ятаю. Здорово. Привіт. Алексей, как настроение? Нормально. Компания такая. Необычно для Черкас, да? Да. Вон. Вот. Привет. Кому кусачку? Я опять хожу, ловлю. Клюет? Не знаю, Алексей, надо где-то наживка. Главное тут как, на самом деле, наживка. Контент. Да вот там камера, она так вокруг такая еще. Да, вот это, вот это, вот. Смотри, как оборачивает, она снимает одно и то же. Офигеть. Да не, штука прикольная. А ты мне когда видел эти круглые всякие хей, пошли, давай пошли, вот так ой, ой, вот. Сколько там здесь. Так, пойду по велосипеду. Давай. Да, вот. Три. Мироненко Виктор. Я не при делах. Не можу. Ти на рибалку забрати? Так, да, ловлю, не можу зрозуміти, чи не ловиться. Да, вона, мабуть, ще. Да. Так, складно, пойдемте. Как сегодня гонки будут? На катиком будут. Так, и уже вопрос. Колеса не качают. А, вот тут опасно. Там красные, узкие, узенько. Здесь ведь атмосфера, это не какие-то там так, шесть. А и номерок пятый, да, Сергей? Седьмой. Ну как бы да. А у вас что здесь? Кто рано встает, то... У вас простенько, семерочек. Ладно. Посмотри, святая готовит. Это я навел. Первый контрольный пункт у нас на подъеме отъездной Каменки. Дима будет снять, то есть где-то вот, Дима будет стоять, раздавать воду там по 1,5 литра на человека расчет и бутылка баночка Пепси. Вот он будет парень. Второй воду в городище стоять. Я ставить отметку на дети, там будет сборная стоянка из волонтеров. Но все у нас Дима не запутайтесь. Третий это уже финиш, это уже непосредственно площадь перед вот этим вот собором. То есть вы на нее заезжаете, там будет человек с таким простенчиком, там кто первый ко мне подбегает, так, и все, Коля. О, смотри! Смотри, поехали! Сергей, мы видим! Едем ровно, едем ровно, едем ровно. Не наезжайте, это липко. Поп.
Лаврінович всього, він тільки провести. Ні, він лінівий. Я ж нас за... Як їхали толпою, ну, судьба. Толпа така, тут теж. А Діму я, знаєш, аж де зустрів? Дай. Колодяв. Ой-ой, повернемо, да-да-да. Ой! Ой! Ні-ні, йди, ти не зупиняйся. Да-да, ти не зупиняйся. Так, оп-оп-оп! Чого стоїм? Ну, почти. Есть, смотрим, куди їдем. Смотрите, нас бігуни добрали. Та можуть, значить. Да. Тільки прикидуються вялими велосипедистами. А можуть. Не, ну я понимаю, Стронгман. Так, Олежка, как правильно? Айронмен? Нет, Айрон, да. Айронмен, ну... Так они зараз сейчас вон переплывать будут? Ну а потом еще и бежать. Там как раз гарна ділянка через каньон потянута. Да? Ну в принципе да, там можно как раз непогано. Рейсеры уезжают в точку. Говорят, ну их нахрен, говорит, бухал, отпустил. Как и рейсеры наши. Буквально через 500 метров все будет честно. И по трассе все будет честно. Макс, де поїхав? Що він вже не на циклокросі? Ось і Максим. Нахарець. Грушківка. Закінчилась. Гравійний сегмент. Відразу в пуперок. Прям з ходу. Де він там? Ось він, пупирка. Ух! Кам'янка. Перше КП. Що ж ви уїхали, бросили мене? От же ж. А, это я запомнил, кстати. А я вас тоже. Не, это я вообще не вам. Дима, кому тебе печать, да? Сейчас, да, я пошу. Сейчас. Недалеко. Кому надо вода, набирайте сами, бо чувствую, зараз я не буду фільм співати, писати. Колеса поменять и все.
Можна ще йому грузик на ноги, знаєш, щоб після ліфту. Вода, пепсі. Дим, знаєте, мотока ще не доїхала. Буває ліс. Медленніше, чим треба. Свеженькому, по-беленькому. Приятно, Катя, да. Ну да. Ну да, говоришь? Сколько скидок? А еще раз скажи. Тебя сколько скидок? 24. И я с вами! Ну, ладно. Прикормки нету. Прикормки нету. Крючки дома забыл. Ну, будет так. Орловець. Фури нам закрили ще. Да, люблять орловець. Дима, нам тебя не хватает. Смотри, пупырок, а мы слиняем. А мы тут тихонечко. Да, ну ладно. Да, надо, нам надо. Ох. Городище. Сейчас будут нас на другом КП наши, так сказать, корочки печати ставить. Да. Как вы тут без нас? Городище, КП номер 2. Дима, ты сам? Ну да. Я понял. Так, 5.30. Это как велосипеды пора в кущи, да? Так, так, оп. Да. Арт. Арт in столе. Оп, оглю. Ну да, работает тема. Рабочая техника. Документы, да, курочку, да, доставать надо. Леонид, только же вы же понимаете, там надо... 53. Там уже все серьезно, документами уже... Сергей, а что у вас тут? Вас уже печать одну поставили? Да, пока глины немає на этой штуке. Ну, жаль. А там нет отметочки, что там быстро, там не быстро? Где там? А что-то должно такое. На, держи все туда. Позовет меня ехать орловец. Орловец. А тебе не понравилось? Я скажу, я поеду другой стороной. Так там такая гладенькая. Неважно. А другой стороной в орловец там еще больше хаоса. Нет, вот так вот, моя любимая дорога, вот она. Там же есть еще через Будду, там вообще. Не-не-не-не-не, вот. Млиев, Городище, Биевка. Вот так всегда. Понравилось. Интересно. Сзади машина, наверное, немножко спятит.
проверять. Не, ну что, комплектация Леонида позволяет сидеть даже на МТБ. Да. У Леонида коэффициент воздуха, как же это? Оборачиваемость. Оборачиваемость очень большой. Ну ничего. Подъезжаем, мы так с Городища спускались. Я Владиславу говорю: Владислав, смотрите, вон горочка интересная. О, да. Проблема это человек. Блин, а тут вид закрыло. Тут всегда был такой чётенький этот. Налево? Да. Заросло. Леонид, Атантион налево. Вид. А, ну тебе тоже не видно. Ну ладно. Надо рассматривать. Ну, так в этом и прикол. Да. Типа нет, а ничего. Там был вид красивый, он зарос. Пойдем пофотографируемся. Оп-оп-оп. Мощные. Финиш. 2.10. Да, ну 0.9 мы были. Ура! 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 Теперь можно идти пить пиво, да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Алуши, что? Время финиша ваше? 14. Ну, нет, там. Отмечатель. Нету его еще. Понимаете, носочки просто так, носочки не продают. Продаются комплект. А я эти не покупал, кстати, мне выдали. Сколько там не магазинов, все на рюкзак, это полка в сети двух, да, тут не показывает. Вон варючек. Как, скажем так, хранитель клуба, как это, точек по квасу здесь нету, да? Вот это, ну, вот здесь есть вот так, Шевченко, Ленина. А. Ну, вот тут есть какая-то вот эта, но она там такая вот. Вот прям. Там Шевченко именно хорошая, то, что мы берем всегда. Ну, уже подождем. Да. Или полетим. Сейчас я попробую дозвониться тем, кто не доехал, узнать, что все ок, и если получится, то... Точнее, независимо, получится, не получится, дальше начнем раздавать медальки. Ну, как вы там? Да, пятерых нет. Но они изначально шли с большим отставанием от графика. А кого нет? Добрый ты человек! Добрейшей души. Очень добрейший. Самый-самый. Дима в кадр влазит. Дима сразу это за ножки кому стал. Интересно. Можно сейчас, я вругну. Тут копать у меня сильно много времени не выходило. Так. Тротованный. Вы как-нибудь с ним.
давайте... Да просто вызывайте. Вот туда вот по линеечке. Вот туда, да. Да, надо просто как-то... Давайте, давайте круг нарисуем. Тихо. Просто чтобы потом это, пока будет идти оплата и так далее, чтобы сразу не это... А терминал есть? Сразу. Да, если бы. Так, Редька Леонид, Кириченко Максим. Так, Гнедин Вячеслав, да, но тут, тут будет 23 человека. Господь Александр, ну если, конечно, все приехали из этого списка. Так, Гуслий Татьяна, Литвинов Олег, Бас Артем. Если вам вдруг не нужна медаль, вам сюда идти не нужно. Сейчас все так раз. Да, можете уходить. Не три, пожалуйста, три. Так, Бас Артем, Лепетуха Вячеслав, Филипп Виталий, Двуличанский Андрей. Да, ну, я вижу, я вижу. Это опасно, камера стоит. Так, Кордюк Юрий, Бихманец. Так, я в общем по фамилиям. Лавриненко, Головань. Так, проходим. Савельев, Терзиев, Калев, Погорельский. Так, походу всем, да, тут нужны будут медали. Тогда у нас на розыгрыш будет только две. Погорельский. Так, Фоменко, Черкашин Александр, Ивченко и Мироненко. Это вот 23 человека, у которых больше всего участия в нашем клубе. Так, вот вы не получали, да, ваши медальки? Нет. Да, все, да, уже пришло. Сейчас, я тут две выдаю сюда. На рандом.